Поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важны поправки о защите прав трудящихся? Потому что в сегодняшнее тяжелое время, во время кризиса, нет гарантии того, что работодатель не снизит зарплату. Все мы честно относимся к своему труду и хотели бы такого же честного отношения к себе со стороны работодателей. То, что права трудящихся будут закреплены в Конституции, я считаю, это гарантия для всех нас. В Советской Конституции говорилось, что гарантируется уважение к человеку труда. Потом в 90-е годы убрали эту статью. Очень хорошо, что сейчас решили вернуть. Главное богатство страны – люди, те, кто хотят и умеют работать. Поэтому государство должно поддерживать человека труда, гарантировать зарплату. И поправка Конституции – это наша самая сильная гарантия.